Жареный кабачок на подсолнечном масле с сыром. Пятый день моего бытия в деревне. Приехала я чуть вали, но, правда, приехала уже часа два назад и драла крапий и вол по просьбе, совету или как-то так родственников. Завтра ко мне никто не едет, едут ко мне в среду. К тете Вале я что-то сегодня поехала поздно. Наделала, кстати, на электрической плитке. Ну и поэтому я завтра днем, наверное, до нее доеду, потому что не всю траву собрала, и к ней на полчаса не приедешь. Потому что она очень много говорит, всем хочет поделиться и показать, и рассказать. Ну и, соответственно, и планировала-то днем, но как-то даже планировала часа в 4, но получилось как-то позже. Чем вот у меня тут очень поздний ужин. Остатки колбаски, которую вчера родственники привозили с собой на бутерброды. Хотела я помидорку еще порезать, но что-то забыла. Луковицы две больших мне тетя Валя сегодня выдала, и родственники привезли, но она считает, что она их просто не успеет съесть. А я не взяла. Короче, у меня и лука-то, в принципе, нету в Угличе, только вот сушеный, зеленый. Сушеный, замороженный и с солью помешанный. И хотела взять сушеного, но что-то вот как-то забыла. Так что суп у меня был без наличия лука, который я обычно кидаю, чтобы потом достать. Ну вот, буду потом варить еще какой-нибудь суп и закину уже часть этого лука. Сейчас посмотрим, что у меня тут вышло. Сыр кидала, 3 кусочка у меня оставалось. Последний момент по кусочку. Потом решила перемешать. Вот оно. Долго готовилось вообще на самом деле. Принесла я от нее много-много мяты перечной. И тут всякое такое надо разбирать. Тут и мелисса, и листья с черной смородины, и листья мяты немножко, вроде даже было, и листья малины. И даже листья земляники. Так что вот. А может быть клубники. Нет, наверное, это была садовая, но, скорее всего, земляника частично самосевом. А может просто земляника обычная, но самосевом и местами переросток, судя по листикам. Короче, надо будет потом забрать это в части. Тут у меня все еще монтируется этот бедный многострадальный видос. Я говорила на экшн-камеру в другом ролике по поводу этого действия. И в итоге я уже поставила на формат для интернета, для загрузки на YouTube. MPEG, но с H264 кодеком, или как там его, разрешением, расширением. И в общем оно уже, ну, чуть меньше суток монтируется. Ну, часов 12, наверное, где-то монтируется, если не больше. Сейчас глянем. Нет, 9 часов 41 минуту оно уже монтируется. И где-то мы на 49%. В общем, херовая программа совершенно. И после более 12 часов монтажа это дерьмо, выдающееся как офигительный редактор видео, просто отказалось открываться в любом из 3 разных проигрывателей видео. Или файл поврежден, или еще что-то. То бишь, здравствуйте, пользователи Windows. Мы сейчас вам предоставим охренительную вещь, которая там типа редактирует и вообще все что угодно делает за бесплатно. Если хотите за платно, то там оно будет как бы быстрее монтироваться и все в таком духе, конвертироваться, скажем так. Но все это такое вообще дерьмовое, потому что оно ни хрена не работает. Тупо жрет ваши ресурсы. Допустим, энергию и время. Энергию вообще и время ваше в частности. Просто руки бы вырвало. И не. Чтобы эти люди, которые писали это дерьмо, пользовались всю жизнь до скончания своей жизни чем-то таким поганым, которое сделали подобные им уроды. Вот. Сегодня среда, 1 августа, вечер, 2-я мышь за день, 7-я вообще, приволок вместе с листиком, мурлычет, под руку суется, под фотоаппарат тоже. До этого приволок, я кушала, говорю, не можешь пожрать-то ее на улице. Он развернулся демонстративно или как-то так и не показывал мне, как ее жрал. остался какой-то зеленый кусочек. Я этот кусочек смела на совочек и выкинула, не знаю, что там такое зеленое было. Теперь мы ее с листиком принесли. И вот и мурчим. А я ездила в родовую деревню, туда поехала, хотела записать на экшен, но что-то не сложилось. Обратно поехала, записала, надеюсь, что записалась. Судя по оставшемуся времени, все же что-то записалось. Даже на полпути словила на обратном, ближе уже к ферме, на обратной дороге словила интернет. И даже 20 комментов на ютубе прочитала. На приложении, там у меня кот мурчит. У нас сломался насос окончательно вчера. И я вот тут двое суток как бы без воды, но на самом деле меня добрые соседи выручили. Которые тут с того конца, 7-й, наверное, дом от нашего 8-го. И мне еще сообщили родственники, что мы уже наконец-то вчера оформили, приобрели эту квартиру, в которой я живу. И так что, в принципе, будет обзор бытия. Но надо будет убраться по приезду, потому что что-то я уезжала, у кота было немножко мяса, и ощущение было, что где-то он что-то не доел. А моя тетя, когда по моей просьбе поливала цветы, сказала, что, видимо, действительно он что-то не доел. В смысле, пахнет тухлым. Надо будет, в общем, мыть пол, наверное, с мылом. Потому что, скорее всего, какой-нибудь малюсенький кусочек. И вот он, наверное, приказал долго жить этот кусочек. Ну и мне пообещали вроде как завтра привезти мотор. Соответственно, у меня будет снова вода. А так мне 2 ведра нацедила сегодня соседка по деревне. И попутно выдала 15 огромных огурцов. Этих свежих, в общем. Ну, не то, чтобы это по ее меркам они большие. Вот некоторые вот такие были. Я несколько штук сегодня схомячила. Просто так. Так, вот у меня тут темно сейчас. Свет включим. Лежу в гамаке. СМС-ка, я не знаю, надеюсь, что пенек все-таки ее поцелала не 3:30 утра. Вот оставшиеся огурцы. 8 штук, но вместе с тем 9. Итого я 6 штук сегодня захомячила, чисто вот этих огурцов. Короче, надеюсь, что пенек не 3:30 утра мне посылал смс-ку. Просто, может, из-за связи оно дошло, но пенек прислал мне смс-ку на телефон. Я проснулась 3:30, а потом меня кот будил периодически. И так несколько дней ложилась довольно поздно, ну как-то так получалось. Вот все еще эта плитка. Тут вода, я вот сходила на колодец, вчера ходила и сегодня. И я не знаю, что не так, то ли там воды стало меньше в этом колодце, то ли ведро поменялось. Но почему-то от оба раза у меня черпалось полное ведро, но наливалось вот где-то, ну, может, вот настолько. Ну, совершенно не полное, короче, ведро набиралось. Не знаю, с чем связано. Тут у меня был немножко запас воды еще тогда. Вчера как раз не пришлось доить. Точнее, вчера я доделала то, что позавчера набрала про запас. А сегодня вот мне прифартило, 2 ведра мне накачали добрые соседи. И тут у меня отмокает то, что надо будет потом помыть. Короче, я показывала вам мышь. По ходу дела мышь мы жрать не собираемся. И мне придется сейчас в темноте на совочек эту мышь с веничком на совочек и выкидывать. Тише, сожри мышь, а? Приволок. А то я выкину, будешь потом опять искать. И мне кажется, у нас тут еще один ежик появился. Потому что вот сегодня, кажется, вот как раз уже когда приехала, велик, который мне дал добрый сосед, он меня просит, скажем так, троюродный или как-то так племянник. Ну, пока, в общем, племяннику выносила этот велик, выводила, обратно шла и поняла, что, по ходу дела, еще какой-то ежик маленький есть, помимо той буханочки. Вот кот сам убрался в переноску. Тише, тише, тише. Сожри уже свою мышь-то, а! 8-я мышь. 3-я за сегодня. Он принес ее живой, она пищала, блин. Потом он ее выпустил, и она стала кататься. Надеюсь, он ее сожрет, и она не будет убегать. Нахрен мне тут мышь всякая. Тише, сожри ее нахрен, а? Я-то думал, он главное, старую-то уже не принес. Я думаю, ту старую сожрет этот самый ежик. Надеюсь. Ну, судя по тому, что когда я их выкидываю, а он, допустим, дома всю ночь провел, а они уже как бы дохлые, то их потом не бывает. То есть их ждет все-таки ежик. Тут, конечно, может темно, потому что хоть и горит свет на кухне, торшер наш из прошлой квартиры, и на потолке как бы две лампочки, но все равно не настолько светло. То есть он ее все-таки уже убил, да? Он думал, она так и будет тут бегать. Тише, давай ее жри нахрен. Только жри аккуратно, чтобы ты не блевал, и мне потом за тобой не убирать это было. А ведь меня в деревне тут посетило вдохновение. Конечно, надо было бы, может, записать, как я рисую, но я рисовала чисто от балдятины. Как раз, когда этот дурень к соседям ускакал, которых, оказывается, дома-то не было. Тише, она уже сдохла, жри ее. Норк. Так вот, я ездила за яйцами в родовую деревню дедушки. Приехал, он, оказывается, был на улице, не дома. И ко мне так это, я дверь отпираю. Он ко мне прыг-прыг-прыг. Я аж вздрогнула. Сейчас я чихну, наверное, и руками отвезется, потому что я чихну. Чихну еще раз. Чихну третий раз. Вот, посетило меня вдохновение. Я тут порисовать тут хочу. То музыкой заняться, но писать как бы не на чем. Точнее, можно было бы нарисовать, чтобы писать. Но я думаю, лучше приехать просто в город, посмотреть, что у меня там из черновиков есть. И возобновить их как бы. И вообще куча всяких идей, которые, оказывается, можно внезапно воплотить на ютубе. Я так понимаю, тише, можно крыльцо спокойно уже закрывать, да? Хотя вот я тебя просила жрать мышь, если поймаешь на улице, если ты ее на улице поймал. Если дома поймал, то лучше нести ее на улицу и жрать там. Люблю винду в кавычках. За что ее люблю в кавычках? За то, что вот вчера у меня, допустим, фотографии смотрелись, а сегодня фотографии не смотрятся, ибо по какой-то причине они самоубились. Сами. И вот мне предлагает это вот хренотень, типа сначала обнови, говорит, этот антивирус, как я обновлю, если у меня ноут только от Wi-Fi, а тут как бы интернета вообще нет, не то что Wi-Fi. Ну и, говорит, вот зайди, говорит, в этот Microsoft Store, и установи его обратно, типа. Хотя его не удаляла. Но как бы туда тоже без Wi-Fi ты не зайдешь. Руки бы оторвать. Хотя, наверное, там и так оторванные ноги. Руки печатают ногами стопудово. Этот код пишут для винды. Чтоб те, кто делает эту хрень для винды, поимели такие проблемы, которые им никогда не снились. Добрая Лёля желает добра совершеннейшего, чтобы они сами вот этим пользовались. Без интернета, в глуши.